его. Твою мать, а? О, куда забросила? Да, Игорек, попал ты. Да ладно, хрен с ним, все равно старый был. Зато ездил. Ладно, пойдем посмотрим, может, чего сделать. Да что там можно сделать после такого вот этого всего? Серег, опасно. Привалить может. Да ладно, аккуратно спустимся и назад. Ну что носы повесили? Давай за мной. Ну! Да. Хана ему. Да, я его покрасить хотел. Слава богу, не успел. Ну и что теперь делать будешь? Без работы хреново. Да не пропаду как-нибудь. Все увидит и в ментовку заявит. Спокойно, свояченок, никто никуда не заявит. Это что там, машина лежит? Где? Где-то? Ну, похоже, да. Идем посмотрим. И все, твой гребаный грузовик, Зина была права. Заткни пасть. Идем за мной. Вы идете? Да, идем. Там два трупа. И, похоже, давно лежат. Надо Еремину сообщить. Да что с вами? Тут два трупа! А что на них смотреть? Покойники, они и есть покойники. Странно как-то. Вы что, видели эту машину уже? Ты что, Серег? Да чудные вы. А может быть, это ты ее своим газоном? Она и того, со скалы. А ты немного на себя берешь. Ладно, пошли. Серег, погоди. А этих здесь, что ли, оставим? А что с ними делать? С собой взять? Еремин разберется. Что ты задумал? Заткнись!